Всем привет. Продолжаем проходить убийцу. Внимательнее смотреть под ноги. Так, у нас какой уровень? 12. Статуя у нас есть. Статуя — это интересное место, вон это есть. Свитки отсутствуют. Хил есть. Еда большая. Интересненько. Срезаем. Резанули. Так, по инвентарю продать вот эту топор. Нужно пробежаться на этаж вниз. Продать топор. Шаман, здравствуйте. Доспех слабый. Есть яма. Прожим хилочку. Чего-то еще в инвентаре есть. Два. Химическая энергия. Нам нечего развеивать. Так, у нас следующий босс. Ядовитый. У нас не ядовитый, значит, нам нужно яд собрать, защиту. У нас нету пока защиты от яда. Ладно. Томас, что это? Уход. Ну, надо познание взять. Так, есть и грифель есть. Хорошо, что по силе. Сила 14. Можно взять, наверное, этот, трансмутацию. И баллас у нас есть? У нас нету. Так, баллас. Возьмем трансмутацию. Это геба. Познание еще одно. Карта. Рассеивание проклятия. Тебе нужно что? Зеркальные копии, колыбельные. А у нас что? Зеркальные копии, колыбельные. Тут еще ужас и превращение. То есть еще немного. Значит, нам нужен алхимик. Уровень. Качать, наверное, можно, когда убийца убивает. Дроп предмета в зависимости от уровня подготовки. От уровня подготовки. Дистанция удара. Дроп предмета — это, конечно, классная вещь. Получается всего 8. Можно на 2 штучки прожать. Либо кольцо. Усиление кольца на 2. Но у нас этот место занято, и колец нормальных пока не привезли. Поэтому сомнительное решение. Но дальность все-таки хорошая вещь.
дальность позволяет не особо сильно заморачиваться. Так, это у нас гнул Громила, так называемый берсерк. Очень больно бьющий. Очень больно бьющий берсерк. Ну-ну-ну, вот я о том же, свиток ярости сработал. Ужас и сон. Но сон нам не поможет, потому что у нас голод стоит. Так, это у нас что? Это у нас Йигас. Берсерк Лавигас. Где ты до нас доползешь, мы за тебя порадуемся. Смотри-ка, он жив. Был. Кстати, у нас же есть, как она называется, палочка волшебной взрывной волны. Мы же можем всех скидывать в пропасть. Так, судя по всему... Ага, берсерк. А, то есть мы не прошли кристальную дверь. На кристальную дверь пройти. Так, у нас сила пришла. Это у нас 15-я, да? 15-я сила. Можно посмотреть на доспех. Смотрим на доспех. И ничего не понимаем. Чё-то я не пойму. Но, судя по всему, он 16-й. Если мне не изменяет память, так... Так, не то. Но его, скорее всего, надо срезать, потому что... Ах, он еще и на электричестве стоит. На перемещении он стоит. Как интересно. Гнол стоит на перемещении. А как ты стоишь вообще? По идее, мы от него можем избавиться. Но тогда предмет улетит. Да я думаю, мы его резанем. Фиг на него. Берсерк убран. У нас вряд ли. Так, резанули берсерка. Самое интересное, да, трава помогает спрятаться. Это кто? Это летучая мышь. Золото. Переход на следующий уровень. У нас сундук пустой, без мимика. Чё, подеремся с тобой? Или ты хочешь в лед упасть? Или ты хочешь в лед упасть? Ну давай подеремся, летучая мышь. Не всегда же использовать на вас инвиз. Очень опасная местность. Ни одной ловушки не видно. Есть ключ. Ага. Замечательно. Вот. То есть все, вся вода, и тут электричество. Да нет, это лед. А я думал электричество. Вот это было бы, конечно, подстава. Если бы это было бы электричеством. Так, огонь. Огня у нас нету. Деревянная преграда. Деревянные баррикады установлены прочно. С годами она высохла. Интересно, можно ли ее поджечь? Ее можно поджечь. Но проблема в том, что ее только зелье можно поджечь.
И то непонятно, как это делать. Да, тут надо дистанционно кидать ее. Не только зельем огня, потому что... А можно ее, наверное, взорвать. Да, сейчас попробуем взорвать ее. Выложить. Не знаю, насколько это актуально будет. Попробуем ее взорвать. Да, баррикада взорвана. Золото, геба, улучшение. Капец, у меня точность. У меня нет кольца на точности. Очень уж мне оно пригодилось бы. Так. Магический шаманч. Увеличивает урон. Ага, у нас еще один. У нас два гнола. С двух разных сторон. Ага, хитрые. Я предлагаю одного резануть. Потерял из виду, да? Ой, не-не-не, надо шамана резать. Надо резать шамана. Гнол ушел, а вот шаман нам может бобо сделать. Тут у нас лед. Лед мы дезактивируем. Кстати, у нас нету. Мяса у нас нету. А ловушки, кстати, дистанция 2 хода всего лишь. Не то, что усиленные. Ну давай уже. Еще одни два свитка. Опознание и Иса. Иса это хорошо. Так. Блин, как же мало еды тут валяется, а? Берсерка одна штучка. Ты меня увидел, нет? Он ушел, да? А это летучая мышь. Берсерка подтолкнуть надо. Как ты сработала? Ой, блин. Ладно, бывает. У него, наверное, область идет. Если область, надо было его подтянуть к себе, но опять же нам дальности могло не хватить. Дальности удара. Я предлагаю почитать. Замечательно. Поспим. Чтоб тебя долго жили, а? Надо было в инвизе спать. Ой, я не подумал. Ладно, бывает. Очищать нам нечего. Надо было в инвизе спать. Ну ладно, фиг с тобой, золотая рыбка. Так. А, я хотел спрыгнуть. Спрыгнуть. Но, правда, для этого надо два раза прожимать хилку будет. Опять этот вампиреныш. Ну, вот как раз хилка и выпала. Так. Прожимаем хилочку. Прыгаем. Я сказал, прыгаем. Кольчуга неизвестная. Надо бы посмотреть, насколько она. Так, у нас снятие есть, но желательно, конечно. Зелье холода пойдет, но нам нужно зелье яда желательно.
Травы у нас нету. Ядовитой. Чтобы изготовить зелье. Странное уство. Ясно. Так, бурдюк полон. Мы проголодались. Бывает. Фу, солнечник и шаман. Замечательно. На тебе. Получи меч в брюхо. Это же меч. Это клинок. Еще один свиток улучшения. И паучок. Паучка лучше резать. У нас еще мими, кстати говоря. Кстати, паука можно скинуть. А его нужно со спины стоять, чтобы скинуть. Взрывную волну и палочки. Гнол охраняет зелье очищения. Зелье очищения это хорошо, но нам был... Можно убрать этого гнола. Ох, у нас еще и ДМ здесь. Ёлы-палы. И охраняющий хилку ДМ-200. ДМ-200. Так. Нам надо от ДМ избавиться. Это чудодейственным образом. Ты кто? Ты шаман. Юболый был. Мы шамана сбросить можем? На-на-на-на-на. Если мы встанем сюда... Да, мы шамана можем сбросить. Подожди, он, наверное, выйдет. Да, шамана мы сбросили. Мы ДМ, кстати, сбросить можем. Если он обойдет. Так, если мы встанем вот сюда. На кирпичи. Улежи к этой стене. Сколько раз удар получится, ему ДМ улетит. Как раз по диагонали примерно единственное. Нам не хватило. Его нельзя было сбросить. Его можно сбросить, но у нас не получилось. Его сбросить можно 100%. Нам просто, видимо, дальности не хватило. Ну, вот теперь схватило. Сбросить нельзя только и то. По сути, все... Ух ты, это гейзер. Гейзер у нас станет. У нас сбросить может этот гейзер. При активации. Гейзер отстанет и отбрасывает. Лед. Здравствуйте, здравствуйте. Так, ух, 13, отлично, отлично. 13 это очень хорошо. Так. Как же я обожаю. Свой будильник. И что ты надо мной стоишь? Так, давай этого резанем. Берсерка. 13 это хорошо, но у нас сейчас пластилиновая броня. Блин, какой-то странный значок. Ладно, не важно пока. Не понимаю. Так, летучая мышь, отлично. Летучая мышь. Согрим. Очень опасно.
надо... О, это газовая, ясно. Кто? Паучок. Паучок, если пойдет за нами, ему будет больно. Здравствуйте, паук. Так, так, так. Вверх надо. Паучок, дай мне мясо. Зараза, не дает, а. Так. Так. Ты кто такой? Давай, до свидания. Открыть. Дистанцию, либо кольцо усиления. Но опять же, у нас в данный момент кольцо слабое. Наверное, кольцо. Усиление колец. Мимик. Артефакт, либо кольцо. Вот, кстати, кольцо. Второе. Так, у нас может солнце работать. Может и не сработать, пока начертим тьмы. О, это самая лучшая руна для всех классов. Она тебя просто не увидит. Так, я думаю, надо брать артефакт, конечно, хорошо, но уроги надо брать кольцо, потому что у него артефакт. Плащ в любом случае идет, потому что он специализируется на плаще. Кольцо. Артефакт, конечно, может быть и очень хороший, но мы возьмем кольцо. Ты его не опознал? Разбойник опознает кольца в два раза быстрее. Опознает тип кольца, когда надевает. Ясно, то есть... Кольцо ты пока не опознал. Опознавай, давай. Мы его не планируем пока одевать. Кто-то идет. Кто? Так, паучок. Ты же паук? На пещерный предельщик. Зеленые мохнатые пауки избегают прямой схватки. С той стороны, пока жертва, запутанная в их паутине, медленно умирает от ядовитого укуса. Они способны стрелять в паутину, большое расстояние будут пытаться блокировать путь, по которому двигается жертва. Ты меня видишь? Не видишь. Увидел. Сейчас резанем. Жалко, ты мне мясо не отдаешь. Кто еще? Мак. Вот мак, это очень больно. Стоп. У нас он улетит, да, дверь закроется. Мага нужно слепить. Чтобы его... Чтобы он тебе ничего не сделал. Иначе... Либо прятаться. Ты электричество, что ли? Да, грозовая — это электричество. Так. А все остальные без этого? Без ловушек? Так, электричество нужно снимать. Да, удачно. Ну, хорошо, хоть дальность у него 2, а не 3. Была бы дальность 3, было бы очень больно. Так.
Так, нас немножко коцает. Прожмемся. Я не думаю, что за нами пойдут. Тем более объятый тебе 8 удалось. Мог бы и не думал, что настолько мазохисты. Летучая мышь, здравствуйте. Ты просто издеваешься, алло. Кто? Мак, да что ты будешь делать? Да, по спине, конечно, он меня огрел. Но бы я сейчас должен подойти ко мне сам сюда. Да, как я и думал. А, кстати, а почему он меня увидел? Ну, потому что инвиз слабоват. Это мимик, да, я правильно понимаю? Да, это мимик. Мимик это у нас мимик. Что нам с тобой делать, мимик? Давай мы тебе по хребтине заедем. Так, если что, у нас снятие есть. 3 штучки плюс еще. Кстати, надо прозвонить. У нас алхимик на 9 уровне, на 13. Надо вверх, значит, идти. Точнее, вниз. На 14 уровне найти алхимика. Я думаю, его надо... А, нам надо его согреть сначала. Нам, потому что скажет, вы не можете атаковать мирное существо. Я предлагаю заблокировать ему выход. Уйти в инвиз. И просто резануть мимика. Так, арбалет. У нас нет места. Замечательно. Давай посмотрим, что за арбалет. Свиток арбалет. Ну, арбалет хорошая вещь. Если... Если вы играете через дротики. Кстати, а мы же прокачали меч, да. Арбалет нам не подойдет в текущем билде. Кстати, сколько у нас сил? Ага, 2 улучшения, ясно. Кстати, у нас же есть трансмутация. Да-да-да, сейчас мы трансмутацию прожмем. Так, это бросить, поднять. Трансмутация. Это заклинание содержит силу трансмутации, схожую с иными... В алхимическом котле каждое заклинание позволяет превратить предметы, несколько предметов, в золото или алхимическую энергию. Лучше бы во второе. Расщепление продается в магазинах, а также может быть сделано с помощью алхимии. Смешайте свиток с рудным камнем или семечком, семенем, чтобы создать алхимический катализатор. Этот катализатор может быть использован для создания нескольких заклинаний расщепления. Применить... Золото. Ты серьезно? Ты мне еще один предмет? А, нет, я понял. Трансмутация идет 1-1. Ну, не суть. Хорошая вещь трансмутация. Очень удобная. Так. Так, 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 так. Как бы нам от тебя избавиться? Кто-то с горочки спустился. Так, улетел. Замечательно. Так. А, кстати, мы не посмотрели. А, понятно, посмотрели. Я предлагаю посмотреть, что по этому. По кольцу. Кольцо не проклятое, и оно стихии. Это отличное кольцо. Одно из самых лучших. Так, вот, ну ты у нас кто? Ты у нас ДМ-200. Очень больно бьющее
тел, имеющие дебаф. Так, 14 уровень, смотрим. Электричество, замечательно. Ты кто? Ты тоже ДМ. ДМ-200, чудесно. У нас есть кузнец. Хорошо. Ты нас увидишь? Ты нас не увидишь. Очень много ловушек. Найти руду. Руда — это хорошо. Так, у нас нет места для руды. Вот это вот плохо. Так. У нас есть алхимия. Отлично. Зелье силы и зелье левитации. Чудесно. Зелье силы пьем. Пластилиновую. Ай, блин, я не подумал. Странная какая-то. Так, ладно, нам нужно... У нас 8, да? Познавание. Распознать превращение, зеркальные копии, опыт, уклонение. Так, из наличия у нас что-нибудь есть? Да, кроме одного. Хорошо. По зельям. Все открыто. У нас есть огонь, но нет яда. Яд нам не выдают. Так, нам нужно место. Так, это у нас мимик? Нет, не мимик. Не мимик. Такая у нас... Ага, так. Я предлагаю оставить этот доспех. Но даже если он будет 16, он будет 0,8. А наш уже 1,9. Плюс еще и темнота. Поэтому доспех я предлагаю оставить пока что. Меч нам не актуален. Их можно, кстати, на следующий уровень перекинуть. Блин, какой меч, а? Ой, выложите. Здравствуйте, шаман. Гнол, ты откуда нарисовалась? Окей. Сейчас резанем. А, стоп, отступать куда? Резанем. А вот теперь есть куда отступать. Так, у нас еще кто-то. Нас заблокировал. А, нет, блин, там проход есть. Так, переход. Опасная комната, однако. Особенно... Ух ты, нас гнул. Сверху. Сверху гнул. Мы можем подойти. К нам идет... Но он нас не видит. Так, хорошо. Резанули. Забрали. Ага, у нас левитация. Но чтобы ее пройти, нужно два зелья левитации. У нас есть и место. Очень много места нужно, чтобы пройти. Если у тебя нету этого, я предлагаю ее взять. Чтобы я знал, что она есть. Предлагаю резануть этого. Чтобы не выпендривался. Аккуратно подходим.
102. Ага, ясненько. В принципе, можно использовать ловушку. Но тогда проснется этот ДМ-200. Но дальности может не хватить для того, чтобы он проснулся. Поэтому я предлагаю бросить этот. На нее сработает коррозия. Тогда нам нужно согреть этого ДМ-200. И подождать, пока он под коррозией походит. Коррозия закончилась. ДМ-200, куда-то мой дротик унес. А куда ты мой дротик унес? Я так не играю. Дротик. А, вон. То есть ты убежал просто, да? Ясненько так. Что нам с тобой сделать? Надо тебя поджечь на один шаг. И поджигаем. Он меня газом пытается убить. Разом ты меня вряд ли убьешь. Кстати, газовый. Подожди, так, дистанция. Угу. Мы можем его еще огонька добавить. Уй, и еще огонька ему добавить. Блин, там вода оказалась. Ай-яй-яй, ну ладно. Дротик мне вернул, спасибо. А, ты латку еще дал? Ну, точнее, не латка, это пластилин. Пластилиновая. Блин, у меня места нету. Продать ее, что ли? А ее надо в инвентарь здесь, чтобы продать. Пластилиновые. Твекс, 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 твекс. Интересно. Интересно. Странная комната, очень маленькая. В большинстве случаев на уровне, который с этим, бывает представлено все 15 рут. Шаманов убивать нужно, потому что с них может дропнуться палочка. Если она к вам дропнется, это будет вам же лучше. Он стоит на электричестве, да? Как ты стоишь, мне просто интересно. Разработчик, блин, юморист просто. Мобы стоят прямо на ловушках. Как они это делают, непонятно. Вот в этом все и дело, что мы, по идее, он активирует ловушку, как проснется. Нет, он меня не активирует. Так. Парализован. У меня вопрос. Пол. Сможем ли мы шаг сделать? А он сможем. Вышел из паралича. Серьезно? Ждем, пока парализация пройдет по площади. У нас, кстати, есть же. У нас места нет.
Все равно стоит забрать. Да, сейчас попробуем, наверное. Хотя у нас есть паучок. Здравствуйте, ты мне хочешь мясо подарить? Подари мне мясо, паук. Кстати, а мы же можем у него забирать мясо за счет нарукавника. Как вас много, ну нифига себе. Парализующий газ, точнее это парализующий, это желтый, нам нужен зеленый. Токсичный вроде называется. Очешуеть, а? Минус. Это же моб попытается свалить от меня. Да, неплохо, неплохо. Тут надо подумать. Тут две двери. Он будет пытаться свалить, но его нужно убирать, иначе он нам мозги будет делать. У нас нет некуда класть. 11. Газовый ты наш. Так, а что с ним делать, непонятно. Кольцо стрельбы хорошее для луков и тех, кто играет через дальний бой. Оно прям... А что ты так сильно бьешь? Кольцо... О, оно еще и плюс один! Ёлы-палы, нам повезло! Красота! Кольцо стихии хорошее кольцо. Сильно помогает против магов. Уж получать меньше урона. ДМов нужно срезать, потому что они опасные ребята, но с ними драться напрямую нельзя. Они наносят очень много урона. Он сейчас свой опять газ включит. Не включил. Это не мимик. Забираем. Огонь. Этот... Ах ты, зараза. Холод, пожалуйста. Палочка холода. Вот о чем я и говорил. Так, нам нужно убрать этого мистера чуда. Факел нужен будет на последних 5 уровнях очень сильно. Без факела вам будет просто больно. О, тихо, не надо меня бить. Мне очень больно от тебя. Так. Отлично, берем этот. Так, локация с боссом. Замечательно. Всегда мечтал слепоту убрать, так, кольцо дропнуть, копье дропнуть. Копье очень эффективно против пираний. Причем эффективно, это мягко сказано. Прям необходимо против пираний. Mm-hmm.
Стрелковое оружие нужно тоже, но если ты им особо не играешь, оно не актуально. Что касаемо палочки, ее надо прозванивать. Она может быть проклята, ее лучше так сразу снять. Так, место 4 клеточки. Отлично. Факел. Пирог. 2 клеточки. Так. 2. Нажать. Так, еще есть. Нету в закрытой двери. Еще вон один сверху. Так, резанем. Подожди, паучок. Ты меня увидел, да? Ах ты жука. Нам паучок мяска не дает. Чтобы давал, у него его надо через нарукавник гильдии воров взять, так называем, позаимствовать. Но для этого нужно откровенно. Это нужно сделать аккуратно, чтобы он вас не увидел. И то не всегда работает. Но лучше всего, конечно, кольцо удачи. Тогда она с высоким процентной вероятностью тебе дропнет, что ты хочешь. Такс. Ты кто? ТДМ-200, да? А ты у нас куда идешь? Как тебя нам убить? И еще один ДМ. Как бы нам от тебя избавиться? Огненный ты наш человек. То есть ты сюда можешь зайти, что ли? Нет, ты сюда зайти можешь, но ты нас увидел. Урону нужно красную. Потому что урона может просто не хватить. Что касаемо дистанции, желательно побольше брать. Количество ходов. Хорошая тема. Ты меня не видишь, да? Угу. Если есть тьма. Кружим. Мы с ДМом. Самое веселое, что факел, по сути говоря, из дерева, но попадание в огонь, он не сгорает. Нам дали ростовой щит. Что нелогично. Он, по сути, должен сгорать. Так, нам нужно пару-тройку мест побольше. Так, стоп, у нас сколько? У нас 13. На этой локации, видимо, есть секретки. Я предлагаю
пробежаться. Шаман, здравствуйте. Меч 14, да это вообще фигня. Расставающий, хорошая тема. Но он очень поздно дропается. Нужно спуститься на уровень. Точнее, подняться на уровень выше. Так, ты. Ты нас увидишь? Да, ты нас увидел. Кружим, кружим. Так, раз, два, все. Раз, два. Так, по еде непонятно пока что. Если у вас есть зелье, если есть зелье скорости, можно прожать зелье скорости. Его также хватит. Вот опять же паучок. Кстати, очарование. Ой, блин, такая. И на самом деле хорошая броня. Она во многих ситуациях меня выручала. Но лучше использовать другое очарование. Очарование неплохое, если нет никакого другого. Лучше использовать хорошее зачарование. Блин, а у нас нет скорости. Что мы с ним делать будем? Рекомендуется на ДМ, на текущего босса, использовать вот такие вот семечки скоропалуха. Либо зелье скорости, если есть. Они очень сильно решают. Особенно их грейженная версия. Эти вот зелья выносливости. Очень сильная версия. У нас получается неизвестно два свитка. А, ну тут либо колыбельная, либо ужас. У нас, если есть эти камешки, вопросы, можно попытаться угадать. Но я думаю, колыбелька. Да, это колыбелька, значит, последний ужас. А, у нас его и нету. У нас эти колыбелька сюда можно запихнуть. Колыбелька. Рассеивание проклятий. Ужас, ужаса у нас нету. У нас есть возмездие. А вот зеркальные копии у нас есть.
Ужас, телепортация. Телепортации у нас нету. И ужаса тоже. Так, восстанавливаем на ХП. Только тут кидать некуда. И встаем под босса. Готовимся к удару босса. Все, на этом все. Всем пока.